Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Это новый 25-й выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели. Итак, давайте сразу начнем с первой новости. Компания Focusrite обновила свою линейку карт, которая называется Claret. Если кто не знает, это была такая линейка карт, чуть более качественный по компонентам, чем Scarlett, которую мы все знаем, которую все, я уверен, пользовались, даже я ей пользовался некоторое время. Так вот, Claret — это такая, считалась более хай-эндовая, что ли, категория, то есть она более дорогая, там чуть лучше конвертеры были, цифроаналоговые, аналогоцифровые. И вот спустя несколько лет после анонсирования первой этой линейки, они решили обновить и сделать новую, которая будет называться Claret Plus. И на самом деле туда добавили тоже много фишек, в том числе и тех, которые были добавлены в новой линейке Scarlett третьего поколения, а именно Air режим для встроенных преампов. Преампы, естественно, тоже доработали. У них лучший динамический диапазон, отношение сигнал-шум, все как обычно. И вот этот самый Air-режим, если вдруг кто-то еще не пробовал это на Scarlett, у кого нету третьего поколения, он добавляет такой немножко песочек к высоким частотам. Это бывает полезно для некоторых микрофонов, у которых немножко завалена яркая такая читаемость голоса. Ну и, в принципе, иногда это прям реально окрашивает. Я сам этим пользовался, когда у меня была эта карта Scarlett, правда, у меня была третьего поколения, и это действительно работает, звучит местами очень классно, то есть не могу сказать, что это прям всем подойдет под все задачи, но иметь такую возможность здорово, и я думаю, что в сочетании с Claret-овскими преампами этот режим будет тоже очень хорошо себя вести. Ну, также заявили три модели, они, как правило, очень насыщены функционалом, дополнительные MIDI-входы, ADAT входы для того, чтобы расширять количество входов, если вы захотите подключить какие-нибудь внешние преампы от любых других производителей или от того же Focusrite. Так или иначе, эти уже такие более профессиональные карты, линейка карт, и вы можете посмотреть новый модельный ряд на сайте, ссылка будет в описании на новые модели, и там, в принципе, довольно классные возможности. У самой старшей модели есть также еще Sync, то есть WorkLock, благодаря которому вы можете линковать, использовать как мастер-девайс для ваших каких-то других цифровых девайсов в вашей студии. То есть, в общем, довольно классный интерфейс, подключается по USB Type-C, естественно, уже. И также отлично работает, будет хорошая скорость, будет отличное цифроаналоговое преобразование, как заверяют разработчики. Ну, как я уже сказал, улучшенные преампы. В принципе, если вам нравится продукция Focusrite, но Scarlett все-таки это скорее такой средний сегмент, то вот можете обратить внимание на Claret, потому что это более высокий уровень. Случился довольно эпичный и неожиданный камбэк, а именно группа ABBA объявила о своем воссоединении спустя 40 лет и о выпуске нового альбома, который будет называться Voyage и выйдет 5 ноября этого года. Но это еще не все. Также группа анонсировала супер-шоу, которое начнет группа, с которым выступать в следующем году. Начнется это все в Лондоне. Возможно, потом будет расширено и на другие страны, на другие города. Будем следить за новостями. Но самое главное, что это не просто будет концерт, это будет полноценное шоу с небывалым погружением каким-то и каким-то экспириенсом, о котором говорят сами музыканты и их представители. Там также задействована студия Джорджа Лукаса, который будет работать с кучей компьютерных эффектов, в том числе эффектом омоложения музыкантов, потому что они, конечно, уже далеко не молодые, не как в начале 80-х, когда они, собственно, распались, скажем так, ну, точнее, приостановили свою деятельность. И вот такой камбэк случился спустя 40 лет. Очень интересно для тех, кому уже не терпится послушать вообще, что произошло, к чему пришли музыканты спустя это время. Вы можете послушать уже два изданных сингла с предстоящего альбома. Они доступны на всех площадках, в том числе и на YouTube. Можете также по ссылке в описании перейти послушать. В общем, будем следить за новостями, и довольно интересно мне лично с точки зрения шоу, как это будет выглядеть, потому что сейчас компьютерные технологии все больше и больше внедряются в сферу шоу-бизнеса именно с точки зрения вот концертов, шоу, визуализации, каких-то онлайн-презентаций. И довольно интересно, как вот музыканты из предыдущей эпохи, скажем так, с предыдущей эры смогут вписаться в эти современные возможности и как их смогут полностью использовать для того, чтобы порадовать своих фанатов, ну и, я уверен, новую аудиторию. В общем, будем следить за новостями.
Компания Antares выпустила довольно интересное приложение, которое, я думаю, очень поможет начинающим музыкантам и музыкантам без музыкального образования, которое позволяет определить тональность композиции. Работать это будет, ну, что-то типа как Шазама, только Шазам слушает треки и сверяет их со своей базой, чтобы показать название артиста и название песни. А здесь же будут использованы алгоритмы, скажем так, слушания, то есть ваш телефон будет слушать музыку, которую вы на фоне воспроизводите, и определять тональность этой песни, и, собственно, вы ее даже можете передавать, линкуя, например, iOS-девайсы между собой, вы можете передавать информацию о тональности на компьютер с установленным автотюном, уже полноценным приложением, которое может эту информацию использовать, например, для того же самого трека. Ну, не знаю, это уже скорее такая фича, я не думаю, что это кому-то понадобится прям так, но вот где-то, если что-то нужно быстро определить, какая тональность играющего трека, или чтобы быстро вспомнить, какая тональность, и нет под рукой там фортепиано или гитары, или вы на слух не очень хорошо умеете определять тональность, то, возможно, такой, ну, скажем так, не плагин, а приложение маленькое вам поможет, и однозначно у каждого музыканта оно должно быть установлено, потому что оно будет помогать вот в таких ситуациях. Оно абсолютно бесплатное, то есть вы можете перейти в Apple Store, доступно оно для iOS-девайсов с iOS старше 10 версии, поэтому можете смело скачивать, ставить, пробовать. Оно абсолютно бесплатное, и я уверен, многим пригодится. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка. Одно видео за 1 рубль. Все как вы любите. Много за недорого. Как тебе такой, Илон Маск? Полный доступ 24/7 к абсолютно всем курсам без ограничений в формате ежемесячной подписки. Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка». Он состоит из 490 видеоуроков, на данный момент это 28 курсов. Вот его содержание. С выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет, в зависимости от тематики, и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета. Как получить доступ? Нужно купить подписку на этот тариф. Сейчас действует скидка 50% и цена всего 490 рублей в месяц. Акция скоро закончится, и цена изменится уже на 990 рублей в месяц. Нажимаем кнопку «Купить», и мы попадаем на сервис Boosty, где и происходит вся магия. Здесь мы уже все подготовили, отсортировали по полочкам, сделали удобную навигацию, все в одном месте. Жмем «Подписаться». Проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик. Выбираем количество месяцев для подписки. Напомним, оплатив сейчас 490 рублей, вы получаете доступ только на один месяц. Если хотите сохранить цену в 490 рублей за месяц на будущее, вы можете купить подписку сразу на 3, 6 или 12 месяцев, пока акция еще действует. Тогда вы сэкономите 50% цены не только сейчас, но аж на целый год вперед. Жмем «Купить» и готово! Напоминаем, акция скоро закончится и цена изменится на 990 рублей в месяц. Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Компания Qualcomm анонсировала новый кодек для работы беспроводных наушников, с которым будут работать их процессоры Qualcomm Snapdragon, и, соответственно, все девайсы, которые будут выпускаться с этим процессором, будут поддерживать этот кодек, который позволяет более эффективно использовать ресурсы Bluetooth-устройств для обмена данными между собой, чтобы, собственно, передавать музыку в lossless формате, потому что сейчас, на данный момент, это практически невозможно. Все равно происходят некоторые потери, есть какие-то там возможные нейросетевые замены и возможности как-то улучшать звук, но так или иначе, во многих случаях пока что на беспроводных наушниках передается довольно сжатый сигнал, и каким-то хай-фай звучанием это сложно назвать, то есть все равно пока что проводное соединение, оно правит, оно считается самым качественным, где можно передавать реальный true lossless формат, но вот Qualcomm решила с этим побороться и заявляет, что вполне возможно передавать CD качество как минимум, а то и даже больше, до 24 бит и 96 кГц по Bluetooth, опять же, грамотно оптимизируя формат. Правда, допускает, что будут в некоторых случаях, если, ну скажем так, эфир забит очень множеством другой информацией большим, то будет, конечно, качество искусственно понижаться, чтобы все-таки у вас в реальном времени звучало.
звучало, звучал звук в наушниках, но сказали, что это будет в крайних случаях, то есть в основном, если вы будете сидеть у себя дома или там, не знаю, где-нибудь за городом, и где нету такого большого загрязнения фона, то вы сможете спокойно слушать на полном качестве, на полной мощности по Bluetooth-сигналу lossless формат аудио. Ну, довольно интересно, учитывая, что сейчас все сервисы так или иначе переходят на lossless формат, стараются улучшать качество. Пока 44,1 кГц и 16 бит это остается стандартом для всего аудио, но я думаю, что скоро тенденции перейдут к тому, что все-таки можно будет и с какой-то большей частотой дискретизации загружать, то есть уже не будет такого жесткого ограничения от дистрибьюторов и от магазинов стриминговых сервисов. Поэтому посмотрим, как будет развиваться технология. Вот уже аппараты начинают, скажем так, сдвигать эту индустрию с мертвой точки. В честь официального дня Roland 909, да, вы помните, в августе праздновался день 808, а именно 8 августа, то есть, соответственно, 9 сентября 909 празднуется день, международный день 909-й драм-машины от Roland. И компания Samples from Mars выпустила такой довольно интересный сэмпл-пак этой 909-й драм-машины, пропущенный через 12-битный сэмплер EMU 1200, SP1200, и еще также пропущенный через консоль аналоговую, записанный с помощью Apogee конвертеров, то есть разработчики этого сэмпл-пака гарантируют, что это прям нетронутый, максимально аналоговый, насколько возможно, звук, без каких-либо премесей, компрессоров и так далее. Можете этот сэмпл-пак забирать по ссылке в описании. В честь 909-го дня, празднование 909-го дня, получается, она бесплатная пока что, но ее регулярная стоимость будет стоить $30, поэтому поспешите, по ссылке в описании переходите, возможно, еще успеете ее взять бесплатно, ну, либо, если вам интересны подобные звуки 909-й драм-машины, за $30 ее можно всегда приобрести. В общем, довольно здорово, что все еще продолжается вот эта шумиха вокруг аналоговых драм-машин, винтажных драм-машин. И, кстати, Roland недавно также еще анонсировала выпуск 707 и 727 драм-машины в виде плагинов на их сервисе Roland Cloud. Если у кого-то есть подписка, можете переходить, там также появились эти драм-машины. И Roland Cloud вообще славится довольно классным воссозданием, довольно прям четким воссозданием звучаний роландовских инструментов, правда, жрет, конечно, немерено в плане ресурсов компьютера, но оно того стоит, потому что качество звука действительно максимально приближено к аналоговому звучанию железных приборов. В общем, вот так вот у нас продолжает праздноваться вот эта вся история с драм-машинами. И, кстати, у Roland Style также вышел бомбер в честь 909-й драм-машины. В общем, тусовка пополняется все больше и большим количеством новых музыкантов, молодых музыкантов, которые заново открывают эти драм-машины, эти культовые приборы, на которых делалась куча хитов. 909-е, в частности, это просто, можно сказать, матерь всего хауса, раннего хауса, то есть вот эти хай-хеты, классические клэпы, вся ранняя музыка 90-х именно в стиле хаус, она создавалась на этой драм-машине, так что уверен, что кто хочет немножко окунуться в эту атмосферу, смело может использовать как минимум вот эти сэмплы от Samples from Mars. Переходите по ссылке в описании. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Пишите в комментариях, как вам, что вам больше всего понравилось, какие плагины бесплатные вы попробовали из тех, о которых я говорил. Также мы с вами всегда на связи в закрытом клубе, в нашем чате в Telegram. Вы всегда можете писать там свои вопросы, мы там постоянно обсуждаем какие-то темы, также делимся новостями. Если вы вдруг еще не там, просто также переходите по ссылке в описании. Доступ абсолютно бесплатный, просто регистрируйтесь, получаете приглашение, попадаете к нам в чат и спокойно общаемся, обсуждаем проблемы с Logic. Также задавайте обязательно вопросы, не стесняйтесь, какие-то самые интересные вопросы по Logic я здесь на этом канале выпускаю в виде роликов, как видеоответы. Плейлист, кстати, отдельный есть здесь на канале, можете также пройти посмотреть уже большое количество видео по Logic, если вы еще не смотрели. Я там постарался все такие самые частые вопросы, которые у новичков возникают, закрыть, поэтому посмотрите, это будет полезно. Ну и подписывайтесь, конечно же, на канал, ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы не пропустить новые ролики на нашем канале. Здесь довольно много чего интересного уже есть, и еще больше интересного будет впереди. Так что оставайтесь на связи, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!